будут ебашить. В защите хуя знает. В атаке пошире играть в фланге, тогда не мешать Цапу. Ищите его просто тоже все опоркой и фланги. Открывайтесь там. Сужайтесь только в штрафной, когда входите в штрафную, тогда уже можно сужаться. До штрафной шире, суперзащиты все. А там у них? Да, там. Спокойненько. Ой, лагает меня. Оль, пожалуйста, не щелкай, у меня матч начался этот официальный. Игроков с вами. Сань, смотри, маленький фланг, по сначала фланг откроешь. Надо, сейчас далеко кинет. Да, далеко. Не мешай, Андрюха, бля, я же просто пошел. Я понимаю, что твоя позиция, но просто ситуация такая. Да. Не надо так сильно сжаться, наверное, да. Ну, играем нормально. Разрезали, да. Еще постоянно через несколько проходит. Да. С игроком, Цопа, с игроком. Просто открывайте ему, чтоб пас не дали. Так, дальний может быть? Нет, там. Нет углового. А Рухит опасен, кстати, у них очень, бля. Для сборных нам уже до хера забыл. Блин. Так он тебя оттеснила. Ну бля. Минус. Не просил. Ты не просил? Мяч.
Ой, стандарты там по-любому. Ой, много вариантов. Не знаю. Думаешь, автобусы не будут проходить, да? Хуже не станет. Не знаю, пробуй. Ой-ой-ой. Ладно, ладно, ничего, чёрт, урод, ничего. Добивания нету, да? Назад, назад. Его там. Да, у нас нарушил бот. Да. Бля, смотрите, сейчас заброс. Брата. Угловой что ли? Нет, угловой. Показалось от них. Хоть ты тресни, все равно залетит. Блин, и по центру ведь полетел, не в углы. Где? Нормально, прям дальше. Профи сломали, да? Бля, сейчас бот, смотрите аккуратно, может там неожиданно кинет. Вынос, Лёха. Парни, возиться вообще нельзя тут. Хорошо, Дима, было сразу не я под мяч пытался. Так-то более-менее неплохо. Миша, 8-8 не пошел, охренеть. Паша, Паша. Пока что наш ТЗ лучше пока сам. Не сглазил. Их ТЗшник забил. Высокий, бля. Все так же играем, но не нервничаем. Так вот, а? Пусть не пас в ноги. I believe divided by a will to one decided and there's no
поздно. А, блин. Нет лова. Блин. Игроков сразу всех нахмарит. И может далеко в штрафной. Так и будет, скорее всего. Там под скидку и так далее. Все, кто высокий, всех в штрафной. Маленький. Быстрее с мячом. В комментарии хотя бы. Лёх, ты с ним штрафной игры. Да. На фланге сыграю, я центр смотрю. Блин, он далеко. Далеко, ты... далеко. Смотрю, бля. Толку, бля. Ох. Штраф не может, нет, да. Блин, написал. Пас был быстрее, был вообще шикарно был. Выход. А что, штрафной? Да, наш штрафной. О, отлично. Давай, Игорь. Парни, показывай. Там вратарь по-любому. Плохо. Смотрите. Он скинет под удар цапу, бля. Джонику. Джоник, смотри. Нет, там прикрою, там грамотные все. Да, слишком, да. Им давай пониже оба, пожалуйста. Смотри, пушка, шикарный удар. Так, маленькие назад сразу бежали все.
Вряд ли мы что-то здесь сделаем. Даже штрафные остались. О, я вижу. Смотрю ваш матч. Взять рекламу. Давай, пускай. Да. Трансляцию нашел, что ли? Да, ваш увиделся. Они транслируют, что ли, Миш? Да. Что говорят? Это там без звука. Там, наверное, без звука. А, есть звук. Ну куда он выносит? Блин, а какую схему все должен был играть? Игроков. Ну не выносим. Это же шума вокруг меня такая. Сань, там кроют же, блядь. Пиздец, все зоны нахуй. Понимаешь, там и свои, и чужие, блядь. Даже ты не знаешь, куда пихать. Высоченные штрафные пошли. Да. Да. На 11-ю счет, на 11-ю. Вот туда, вперед. Трансляция. Там трансляция тормозит, да. Мишань. Сейчас мы не надо нам подсказывать. 89-я минута. Попробуйте через левый фланг, там Ника направо вас просто убивает. Ничего. Игорь, сделайте время, пожалуйста, статистику. Ну, в принципе, 1-0 в такой команде это нормально. Ну, не было два момента. Скажи, как мой бот забил, и там удар был опасный. Там удар вам забил. Но мы по моментам-то не проиграли практически. У нас в первом тайме. У нас два момента в первом тайме. Нет, это да. Перепинать не да, вот 100% прям момент. Они немного, может, выиграли. Да были три нормальных момента. Просто, блядь, если не ебаный ЦАП со своей точностью, блядь. У нас? Да, у нас было. Были. У нас были моменты, да. И у них были моменты, не два или три тоже было. Ну, то есть, как бы... Просто этот ебучий, сука, ЦАП, блядь, с точностью 77, блядь. Ну да, они были. По крайней мере, не было такого, как с СНГ, когда там вываливали два. Не, ну да, да. В принципе, на четверку сыграли так, нормально. Не, ну да, учитывая уровень соперника. Да, против лучшей команды лиги, которая не проигрывала никогда. И учитывая, что мы 0-4 проиграли. Да. Видишь, и в атаке так же Игорек у них. То есть они атакуют, так охуенно защищают. Ну они хотя бы нас не рвали. Именно прям защите. А кстати, если у нас 4 защитника было, знаешь, что было бы, Игорек? Наваляли. Кстати, гол забили жесткого проема вообще ЦЗшки. Со стандарт. Там ЦЗшник тоже забил у них. Ну, как бы его никто